Сегодня ночью глава города Владимир Панов проверял качество уборки снега. На город обрушилась почти месячная норма осадков, и если центральные магистрали и коммунальные службы в порядок приводить успевали, то во дворах картина нерадостная. По дороге у меня замечаний нет. Это горы. Даже ступени почищены. О чем разговор? Вот Николай Петрович, руководитель доброй компании. Да, здравствуйте. Скажите, а у вас вообще тротуар чистили? Нет. Да, очищали, сегодня просто снег. Где у вас уже здесь штраф? Вы сколько штрафов уже получали? Штраф получали. Мало? Нет. Вы не можете нанять людей, организовать работу? Работники есть, но в том количестве, которое определены. То есть дворник здесь вот просто не работал. Вам же люди платят за нормальную работу. Платят. Свои кромные отдают деньги. Можете же нормально работать. И особенно перед Новым годом. Сделайте подарок себе, своей совести и жителям. 17 ноября этого года нами выявлено порядка 6500 нарушений. По нашему требованию 5156 нарушений были устранены. По 1375 нарушениям нами составлен протокол. Штрафы варьируются от 50 до 100 тысяч рублей на юридической лице. Вот здесь вот что за город поставили? Ну вот они с трактором сдвинули, не доработали. Здесь мы поправимся. Это ваша зона ответственности? Наша зона ответственности, да, района. Что у вас тогда забрали? Ну то есть, я прошу прощения, здесь трактор пошел, то есть там убрал, а здесь он ничего не сделал. Здесь нормально, более-менее. Так видно, что убирались. Ну, по крайней мере, убирались. Красивое место для резиденции Деда Мороза. Чья зона ответственности вот эта? Завтра точно разберусь, сейчас не скажу. Если говорить о дорогах А и Б, за которые отвечает город, то уборка на сегодняшний день, она приемлемая. Потому что в первую очередь задача, когда у нас идет такой снегопад, а у нас за два последних дня выпало практически месячные нормы осадков. И это очень много с точки зрения уборки и работы. Поэтому приоритет мы отдавали именно, чтобы все дороги были в рабочем состоянии, чтобы можно было доехать, чтобы ездил общественный транспорт. Если мы идем в дворовую территорию, то проблема на повестку очень серьезная. К сожалению, качество уборки дворовых территорий упало по сравнению с тем, что мы добились в прошлом году. Очень серьезное замечание опять дуку до Нижегородского района. К сожалению, по-прежнему идут нарекания по уже ТСЖ. Мы посмотрели систему организации работ и контроля работ в городе Москва. И начинаем ее сейчас внедрять. Смысл заключается в следующем, что каждый участок в городе, дорога, тротуар, выделяется в отдельную единицу, которая закрепляется либо за дворником, либо за соответствующим водителем, который уже управляет соответствующей коммунальной техникой. При этом фиксируется нормативное состояние дорог или тротуаров. И после этого идет фотофиксация каждого исполнителя, который должен зафотографировать уже нормативное состояние либо тротуара, дороги. И уже идет наложение этих результатов в сравнении. В том случае, если это совпадает, идет фиксация выполнения работы и оплата. Если не совпадает, это передается оператору, который это проверяет.